Лучший среди представителей почти 50 стран мира. Североказахстанский паралимпиец Сергей Харламов выполнил норматив на Олимпийские игры. На соревнованиях по легкой атлетике в Дубае он показал один из лучших результатов. На тренировке нашего спортсмена побывала съемочная группа МТРК. Сейчас Сергей Харламов качает пресс и разогревает мышцы. Такие разминки он делает ежедневно. Все это необходимо для того, чтобы хорошо подготовиться к стартам. Последний на тренировке, первый на соревнованиях, говорят тренеры. Недавно североказахстанский легкоатлет выполнил в Дубае один из нормативов для получения лицензии на Паралимпийские игры. Первое место на 200 метров, второе место я занял на дистанцию 100 метров и выполнил норматив на участие в Паралимпиаде. Думаю, буду готовиться к следующему старту. Следующий старт у меня будет соревнование в Италии. Опыт в международных соревнованиях у нашего спортсмена есть. 4 года назад он уже участвовал в Паралимпийских играх в Лондоне. Занял тогда 7-е место. Несмотря на хорошие результаты в Арабских Эмиратах, Сергей не расслабляется. Надеется и дальше побеждать, чтобы завоевать лицензию на Паралимпиаду. Ну, данные соревнования – это были отборочные соревнования на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, которые состоятся в этом году в августе месяце. Сережа выступал в категории, у него в каждом виде было по 7 человек в его категории. Норматив он выполнил, но это еще ни о чем не говорит, что он туда поедет. Поэтому у нас еще идет подготовка, будут впереди еще несколько отборочных стартов. На соревнованиях по легкой атлетике в Дубае выступали спортсмены из 49 стран мира. Честь Казахстана защищали трое, в том числе североказахстанец Сергей Харламов. Конкуренция за лицензию на Паралимпиаду большая, и чтобы доказать, что наш спортсмен ее достоин, необходима победа на отборочном этапе в Китае. Пройдет он в середине апреля. Денис Сивков, Тимур Рахматуллин, новости МТРК.